Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по четвертой книге «Царств». И сегодня мы будем читать 13 главу этой книги. В 23-й год Иоаса, сына Ахозина, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иеуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иероваама, сына Наватого, который вел Израиля в грех, и не отставал от него». Чаще, конечно, волю Божию нарушали именно вот цари израильские, чем нежели цари иудейские. «И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Винодата, сына Азаилова, во все дни». Вот Сирия, она как бы используется Господом как метод наказания. И мы видим, что нескольких царей Бог наказывает этим Азаилом, а потом и его сыном. Точно так же, когда возникает ислам, византийские экзегеты и некоторые латинские экзегеты очень четко определили роль ислама, почему Господь попустил, это наказание христианам. Всякий раз, когда христиане перестают жить по-христиански, ислам будет усиливаться за счет этого, он будет опрокидывать власть христиан и творить то, что они хотят творить на христианских территориях. Мы видим, что происходит в Западной Европе, мы помним византийско-арабские войны. Это было именно так. А вот в те времена Господь использовал сирийцев. Если иудеи вели себя плохо, то есть представители иудейского царства, Азаил там походом на Иерусалим ходил. А если израильтяне вели себя плохо, тут же Азаил ходил на Израиль. «И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сирян, и жили сыны Израиля в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако ж не отступали от грехов дома Иеровоамова, который вел Израиля в грех, ходили в них, и дубрава стояла в Самарии». Вот это, конечно, трудно объяснить, но один и тот же грех, и уже династии этой не было, которую начал этот человек, Иероваам, а вот это зло продолжается. И мы читаем далее. «У Иоахаза осталось войско только 50 всадников. 10 колесниц, 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе, обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, похоронили его в Самарии, и воцарился Иоас, сын его, вместо него». Иногда имена династий иудейских царей, израильских царей, они совпадают. Но это только потому, что все имена, они что-то означали. И это как бы характеристика, которая давалась, предполагаемая характеристика, каким может стать этот ребенок. Чаще имена давались в пророческом озарении или ходили к пророкам, которых немало было, кстати, и в Израиле. А в Иудее священники в храме могли давать имена. И давались имена в пророческом озарении, и иногда мы находим одно и то же имя и в линии царей Израиля, и в линии царей Иудеи.
А в 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, царствовал 16 лет. И делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иерваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Мы тоже, кстати, россияне, не отстаем от некоторых грехов. Вот это большевистское прошлое, красная идеология. У некоторых настолько в сознании, что хотя люди стали верующими, а они живут вот этими стереотипами, которые навязали нам вот в это советское время. Особенно нетерпимое отношение к инакомыслящим и так далее. И здесь тоже был повторяемый грех. Прочие об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его, то есть новый царь. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Далее сообщается о болезни и смерти пророка Божия Елисея. Я уже объяснял неоднократно, почему-то пророков было больше в Израиле. Храм-то был в Иудее, там и левиты были, и законное, скажем так, каноническое священство только там было. А в Израиле не было законного священства, там грех Иеровоама, проходимцев ставили священниками, не из колена Левина. А пророков там было почему-то больше. Может быть, таким образом Господь как бы компенсировал. Да, вот здесь как бы канонически ничего не соблюдается по отношению к Моисееву закону, нарушаются принципы постановления священства. Тогда ради людей Господь пошлет туда старцев, пророков, наставников. Их будет значительно больше. А иудеи имеют храм, они имеют правильные обряды, законы и священства. Пусть пользуются этим. Потому что пророки очень редко появляются именно среди царства иудейского. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, плакал над ним и говорил: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». Мы помним с вами, что именно эти слова говорил сам Елисей, когда пророк Илья возносился на колеснице на небо. То есть они стали достоянием уже многих людей. И давайте вспомним смысл этих слов: «Колесница Израиля и конница его». Имеется в виду, что любой старец, любой пророк, он имеет большее значение, чем самый совершенный вид войск. Самый совершенный вид войск тогда – это конница и колесница военная. А здесь сказано, что один, он сам как колесница Израиля и вся конница его. И вот этот царь израильский, он плакал над умирающим Елисеем и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. Вот здесь текст учит нас слушаться старцев, духовных наставников без рассуждения. То есть, я имею в виду без своеволия. И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы и сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец».
это символическое действие такое, пророческое символическое действие по воле Елисея совершает царь. «И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле». Елисей просто сказал, бей по земле. И надо было бить по земле, пока Елисей не остановит. А этот царь израильский, он по-своему как бы все это оценил, и ударил он 3 раза и остановился. То есть он внес в наставление пророка свое мнение. Вот 3 раза будет достаточно. И разгневался на него человек Божий. То есть он вывел из себя даже умирающего Елисея и сказал, надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил бы сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан. То есть не надо было своеволие допускать этому царю. Бил бы, пока Елисей его не остановил по земле этими стрелами. И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И далее описывается удивительное чудо. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. То есть мертвый пророк своими мощами, костями воскрешает некого человека. Что это означает? Ну, есть истолкование, о котором мы говорили, что Елисей должен был сотворить чудеса, которые творил Илья, в 2 раза больше. Известно, что Илья воскресил человека, ребенка. И Елисей воскресил человека, тоже ребенка. Но он умер, а после смерти костями своими, мощами воскресил 2-го человека. Хотя некоторые экзегеты говорят, что если кости воскресили, как бы немножко непонятно. Может быть, 2-е воскресение человека – это исцеление прокаженного Наимана, потому что прокаженный считался мертвым. И когда он очистился от проказы по наставлению Елисея, это тоже было как воскресение из мертвых. Тогда получается, что 3 человек он воскресил. Но с этим можно не согласиться. Но здесь удивительно, что мертвого-то воскресают не кости, а сила духа, который почила вдвойне на Елисея. И оказывается, после смерти эта сила не отошла от его останков. Ведь здесь же четко написано, происходит фиксация, когда воскрес мертвый. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, то есть в первую попавшуюся пещеру, и он при падении своем коснулся костей Елисея, вот момент фиксации, и ожил, и встал на ноги свои. Это значит, Дух Божий, который вдвойне был на Елисея, он не покинул тело Елисея. Вот это прецедент, почему мы почитаем гробницы святых, почему мы почитаем мощи. И не надо удивляться, что такое может произойти, потому что в некоторых случаях Бог действует даже через одежду святых людей. Вот. Когда в Москву привозили пояс Божьей Матери, там многие сектанты возмущались и говорили, как же так, какой-то пояс. Но давайте посмотрим, о чем говорит Библия. Это книга «Деяний святых апостолов», 19 глава, 11-12 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных
возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». А здесь вообще речь идет еще о живом человеке. Брали платки, опоясание с тела его и возлагали на больных. А если человек умер и вошел во славу Божию, тем более он будет заботиться о верных и всячески их поддерживать. Далее мы читаем: «Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза, но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Вот значение святых. Иудейское царство сохранялось только благодаря заслугам царя Давида. Это постоянно повторяется в Писании. А израильское царство, они оторваны от Давида. Это мятежники против дома Давидова. Но они потомки Авраама, Исаака и Иакова. И хотя царь у них был непутевый, вот этот Иоахаз, он язычник был, идолопоклонник, но Господь умилосердился над ними, помиловал их и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом. У нас тоже могут быть непутевые начальники, непутевые правители, но Господь знает святых нашей земли. Только по их молитвам он может откликнуться и помочь русскому дому. Кто-то скажет: да, но эти люди умерли, как они могут влиять на живых? Именно про Авраама, Исаака и Иакова сказано, что Бог не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых. И все эти угодники Божии, они живы, и Елисей был жив после того, как умер. Душа-то бессмертна. И мы видим в книге «Апокалипсис», что пред лицо Божие ангелы приносят кадильницу, которая полна молитвами всех святых. То есть и тех, которые на небесах уже, и тех, которые на земле, сказано всех. И там прямо сказано, что из-под жертвенника выпияли святые, убиенные за веру в Иисуса Христа. И говорили: доколе, доколе, Господи. Поэтому все это не просто так. И далее мы читаем: «И умер Азаил», то есть Господь вступается за Израиль, Он умилосердился над ними, несмотря на то, что у них был бестолковый царь. «И умер Азаил, царь сирийский», вот этот враг народа Божия, «и воцарился Винодад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из рук Винодата, сына Азаилова, города, которые он взял войной из рук отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы». Ну, и как было предсказано, что там три победы одержит. А если бы колотил этими стрелами, пока пророк не сказал бы «хватит», он бы одержал бы полную победу. Действительно, послушание выше поста и молитвы. Спаси, Господь.